Всем привет, сегодня суббота. И уже 20 минут 12, мне к 12 нужно ехать на шугаринг, поэтому побежали, помчали. Нужно собрать сумку, одеться и быстренько выезжать, потому что я вообще я проспала выложить видео снова. Я не поставила на зарядку телефон, камеру, портативную зарядку. Я ничего этого не сделала, потому что я тупо вырубилась, как убитая. Это было... это ужасно, ребят. Так не высыпалась за все эти дни, что, видимо, сегодня был просто... отключение системы. Оделась я вот так, еще плюс снова розовая куртка, это как бы нормально. Господи, сейчас будем выходить и ехать. Я уже еду, и я немного опаздываю, мне дико неудобно, я вообще ненавижу просто опаздывать. Это всегда так выходит. Я уже вышла с шугаринга, я делала шугаринг-круг, и я очень довольна. Я вам позже расскажу о всех плюсах, которые я заметила, потому что я очень давно делаю шугаринг-круг, и... по сравнению с другими, это самый лучший салон. Я сейчас пойду на остановку и уже поеду домой, потому что, в принципе, у меня больше в центре никаких дел нет, и я уже все свои дела сделала. И потом, ну, потом вы увидите то, что будет потом. Договорилась с девушкой, которая мне делала шугаринг, о скидке 25% для моих подписчиков. Ребят, это очень круто, потому что она действительно делает очень хорошо. Если вам интересны подробности, то заходите в инстаграм, ищите пост про шугаринг. Там будет вся информация. Я рада, что она согласилась сделать для вас скидку. Маркизик такой. Самый странный кот. Красивый, да, Маркиз? Балдёзник, да? Смотрите, какой толстый кот. Я сейчас пока у бабушки. Скоро меня брат отвезёт в Чёрёмушки. Я там встречусь с друзьями, погуляем. Суббота же. Стоит здесь не зря. У меня появился новый стул, и он не скрипит. Вы послушайте. Я уже дома, и я, скорее всего, также буду снимать влог субботу-воскресенье. Я надеюсь, вам эти влоги вообще нравятся, потому что я стараюсь. Если вы хотите халявных лайков от меня, то все, что нужно делать, это только лайкать и комментировать новые посты. Например, я захожу под новый пост в комментарии, нажимаю и вот так рандомным образом выбираю людей, которых лайкать. Просто беру вот так вот и начинаю лайкать. А многим я даже пишу комментарии. Всем привет, сегодня воскресенье. Я сейчас хочу снять для вас видео макияж за 5 минут, потому что мне очень интересно, смогу ли я накраситься за 5 минут. На что только не пойдешь ради видео. Приходится портить макияж. Исправлять то, что у меня на лице сейчас. Теперь вот этот ужас нужно тоже убрать. В принципе, неплохой такой получился обычный макияж за такое время. Хотела стрелки нарисовать, но я за 5 минут бы не успела это сделать, поэтому без стрелок похожу. Такой лайфхак. В общем, эта помада для меня слишком яркая, и она очень отпечатывается на всем. Я наношу помаду на губы и просто делаю так. И все. Оттенок на губах есть, а лишняя помада... ну как лишняя, для меня лишняя помада убрана, и это супер. Погнали. Мы сейчас хотим зайти в Зару, а потом дальше пойдем по разным магазинам. Я
Я себе взяла померить штаны двух размеров 32 и 34, потому что я не знаю, какой мне больше подойдет. В общем, я взяла себе штаны, мама уже пошла с ними на кассу. Я померила первые штаны, они были очень странные. Они были очень, очень непропорциональные, наверху маленькие, внизу огромные. А в следующие они были прям идеально, прям на меня сшили. Зашли сейчас в кафе. Я сейчас должна встретиться с девушкой и договориться насчет сотрудничества с этим кафе. В общем, я думаю, будет что-то интересное, я вам обязательно расскажу. Мы вышли с кофеина, и теперь я с ними сотрудничаю. И я взяла фраппучино, и он безумно вкусный. Здесь в Тирунове Калиопе огромные распродажи, и я решила взять себе такой розовый свитер, такую футболку, она блестит. Такую кофту серую и обычные черные лосины. Мы сейчас зашли в лагерь, как всегда. На улице настолько холодно, что я аж красная. Столько много одежды купили, просто кошмар. Я сегодня сейчас буду домой, буду все это разбирать. Я чувствую, покупок будет очень много видео, потому что реально одежда капец прибавляется с каждым днем. Наконец-то уже дома, зацените. Купила себе обычные серые штаны, чтобы дома ходить. Или, может быть, спортом когда-нибудь у них заниматься. Такие обычные. Кучу-кучу всего купили, как всегда. И также увидела в магазине новый сухой шампунь от Schwarzkopf. Я обычно пользуюсь сухим шампунем от Sios, а тут увидела такое, стало интересно. Тут есть несколько видов, я взяла именно объем. Здесь написано «Стойкий аромат без белых частичек». Короче, оценим и в фаворитах скажу свое мнение, если вам интересно. Это я нанесла сухой шампунь, чтобы его опробовать. Кстати говоря, запах сухого шампуня очень-очень приятный, прям такой тропический, как там и написано. Сейчас буду монтировать этот влог, потом, когда он будет выкладываться, буду читать историю. Я уже так жду, когда придет мой комодик для вещей, потому что их реально очень много становится. Выходные пролетели вообще на самом деле незаметно, потому что только-только вот была пятница, ура, выходные, сейчас снова неделя. Я думаю, я на этом закончу влог. Решила объединять два дня, чтобы было как-то более интересно. Потому что так бы влоги выходили по 6, по 7 минут. Если вам понравилась такая неделя влогов, то пишите в комментарии, снимать ли еще. Я обязательно прислушаюсь. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и вступайте в официальную группу ВКонтакте. Сейчас все это у меня развивается так активненько. Поэтому welcome. Спасибо за просмотр. Я вас всех очень люблю и всем пока. Try to get me mad, I try to make them sad, so they fall in love with me, yeah.